Вот таких вот товарных нетелей можно будет приобрести порядка 300 голов. Можем отгрузить внутри России и в страны СНГ. Внутри России цена будет ориентировочно около 200 рублей, чуть дороже. Ну и в страны СНГ порядка 300 рублей за килограмм. Потому что нужно ставить на повторный карантин животных, анализы брать, все разрешительные документы и так далее, так далее. Карантинную площадку посещать. На основании анализов готовятся документы, что внутри России, так и в страны СНГ. Доставка тоже есть, скотовозами, специализированным транспортом. Можем отгрузить там, вплоть от Калининграда до Хабаровска. Так что звоните, пишите, подписывайтесь на канал.